Резкое понижение температуры окружающей среды. Так в Федеральной антимонопольной службе объяснили рост цен на топливо в России, сообщает «Известия» со ссылкой на официальное письмо, поступившее из этого ведомства. Среди других причин называются рост экспортных цен на нефтепродукты, сезонное повышение спроса на них внутри нашей страны, в Европе и в Азии. Кроме того, представитель ФАС напомнил про уменьшение предложения топлива на биржах, соглашение ОПЕК+, а также про рост мировых цен на черное золото. Помимо этого, в антимонопольной службе отметили нестабильность цен на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса. Между тем, многие эксперты выразили свое несогласие с абсолютным большинством этих доводов. В частности, по их мнению, сезонный спрос и холодная зима никак не могли стать причиной очередного удорожания бензина и дизель. Топлива.